Дорогие друзья, всем привет! Мы сегодня с вами приготовим очень вкусное лимонное печенье. Соединяем мягкое сливочное масло и сахар. Хорошо перетираем. Вот такая пышная масса. Теперь сюда мы добавим цедру половинки лимона и 1 столовую ложку лимонного сока. Перемешиваем хорошо и добавляем 2 желтка. Желтки добавляем по 1. Тесто у нас получается лимонного цвета и с ароматом лимона. Теперь постепенно добавляем муку. В муку я уже добавила соль, ванильный сахар и разрыхлитель. Теперь тесто хорошо вымешиваем руками. Вот такое мягкое эластичное тесто мы получили. Теперь тесто помещаем в пакет и отправляем в холодильник на 1 час. Охлажденное тесто раскатываем в пласт прямоугольной формы. Пласт также разрезаем на прямоугольники, будущее печенье. Вот так. Обязательно выровняем края. Противень подготовлен. Лопаточкой выкладываем наши квадратики. Это очень удобно. Теперь вилкой можно сделать украшение. Смазываю желтком. Желток немного разбавила водой. Теперь отправляю в духовку на 15 минут. Температура 180 градусов. Печенье готово. Получилось 28 штук.
Печенье очень вкусное, ароматное, тающее во рту. И сейчас мы его разломим. Внутри желтое, сверху оранжевое. Но какое же аппетитное! Ставим чайник и пьем чай. Дорогие друзья, готовим с уверенностью. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк. Всего вам доброго. Всем пока.